завершение предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами Георгий Черданцев и Константин Гиник. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли после. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Эден Азар. Азар! Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Эден Азар. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Канте! Рикошет от защитника и мяч в ворота. Какой-нибудь диванный эксперт скажет, что вот нет ничего особенного в этом ударе. Ну, закрутил, подумаешь. Ну, мало так закрутить, надо же еще и исполнить технически этот удар. И вот футболисту это замечательно удалось. Челси выигрывает, что, в общем-то, не удивительно. Маккарти. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Челси идет в атаку. Навешивает Азар. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафные. Прострел. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пока неплохо. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Ну и наказывать надо за такую нерасторопность в обороне. Будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Маккарти. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Ну-ка, ты можешь все! Спас он своих. Блестящий сын. Скидка на партнера. Следим дальше за этой атакой. Ищет возможность для удара, судя по всему. Диего Коста. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Ну, это прекрасно. Реализация, что-то еще сказать. Ну, в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была идеальной. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Такие передачи придают атакам остроты. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Маккарти. Виллиан. Смотрим начало этой атаки. Диего Коста, решай! И это гол! Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Еще один гол Челси забивает и окончательно снимает все вопросы о победителе этой игры. Да, в этой игре уже все понятно. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Челси начинает атаку. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Коста. Мяч ушел вам. Маккарти. Перехват в центральной зоне. И есть поддержка у этой атаки. Эден Азар. Гол должен быть. Челси забивает. Это гол.
очередной гол Челси. В этом матче все понятно. Да, и синие вряд ли упустят победу. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Это может быть опасно. Азар. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Подача. Чей мяч будет?